давай! Вот так-то! Перетягивание каната, батут, пиньяты и другие приключения. В парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной настоящий праздник. Здесь проходит фестиваль для детей с ограниченными возможностями. Я, ты, он, она – вместе целая страна. Чудесное, доброе мероприятие, которое объединяет и взрослых, и детей. И на самом деле для меня очень важно увидеть и, еще раз хочу сказать, трогательно, как педагоги, руководители школ, которые сегодня принимают участие, как они готовятся к этому празднику. Скучно не было никому. Ребята принимали активное участие, танцевали и проходили испытания. Всего 7 заданий и ключи от заветного сундука с подарками практически в кармане у игроков. Пересчитывай. Ну-ка громко. Раз, два, три. 4. Мы всегда его делаем после 9 мая, потому что мы считаем, что патриотическое воспитание школьников – это очень важная задача любого государственного образовательного учреждения. И вот этот праздник, он всегда очень мотивационный для ребят. Всем участникам вручили памятные подарки и призы. Фестиваль в рамках реализации проекта «Единая страна. Доступная среда» поддержали и одинцовские единороссы. А организаторы, в свою очередь, пообещали провести не менее интересный квест и в следующем году. Екатерина Крамер, Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».